Всем привет, с вами Яна, и мы на канале «Эконом с нами». Сегодня я предлагаю вам посетить магазин Fix Price, который находится в северо-западном районе города Чебоксары по адресу Московский проспект, 31В. Это здание торгового дома «Новинка», цокольный этаж напротив завода «Эллара». А для тех, кто недавно присоединился к нашим зрителям-подписчикам, я хочу рассказать, что на нашем канале ежедневно выходят обзоры товаров и цен из магазинов «Светофор», «Маяк», «Победа», «Фикс Прайс», «Галамарт», «Посудоцентр», «Литуаль» и «Магнит Косметик». Поэтому приглашайте друзей и знакомых, подписывайтесь на наш канал, будет много интересного. А сейчас устраивайтесь поудобнее, всем приятного просмотра, будем знакомиться с новинками. Новые женские тапочки поступили в продажу. Посмотрите, какие красивые. Открытый носик. Здесь такой бантик. Размеры есть разные. Цена 199 рублей. Состав. Верх. Вот этот верх 100% хлопок, что радует. Подкладка тоже 100% хлопок. Ух, какая прелесть. Значит, ноги не будут потеть. Ну и подошва 100% полиэстер. Замечательные тапочки, изготовлены в России. В Москве есть несколько дизайнов. Есть вот такой цвет, есть вот такой цвет. И еще нашла вот такие в горошек. Замечательные тапочки за 199 рублей, абсолютно натуральные. Что в наше время редко встретишь. Посмотрите, какую шикарную новинку я нашла. Это туристический органайзер для косметических средств. Внутри 4 флакона по 30 мл. Вот эта крышка маленькая снимается таким небольшим движением, поворачивается в сторону. Еле разобрались, как она открывается, подсказываю. Вот только эта верхняя крышечка. Небольшой поворот в сторону. Вот даже здесь указано open, стрелочкой показано. Открываете и получаете доступ к 4 флаконам. Заполняете их нужными вам жидкостями. Закрываете эту крышку. Также небольшим движением в обратную сторону я закрыла эту верхнюю крышечку. И вот такими движениями, вот так вот прокручивать в сторону, можно выбирать жидкость, которая вам нужна. Замечательный, шедевральная, я бы сказала. В таких случаях я говорю именно так. Цена 249 рублей, напоминаю. Есть розовая крышечка и есть голубая крышечка. И еще один подобный туристический органайзер. Цена вот такая же, 249 рублей. Его, к сожалению, разобрать не смогу. Герметично все упаковано. Не смогу близко показать. Покажу на картинке. В комплект входит два дозатора. Вот эти два дозатора. А с обратной стороны есть емкость для того, чтобы положить, например, зубные щетки и зубную пасту. Эти две емкости по 45 мл. Еще в составе есть зеркало. Вот здесь на крышке, вот здесь зеркало. И еще расческа входит в состав. Замечательно. Вот такой органайзер тоже 249 рублей. Есть тоже в розовом цвете и в синем цвете. Я так понимаю, как бы мужской и женский вариант. Это замечательные новиночки. Давно такого не было. Вот такой интересный новый набор. Расческа для волос. В наборе две штуки. Есть гребень и есть вот такая расческа-щетка. Состав АБС пластик, ТПР и нейлон. Есть голубой цвет и есть розовый цвет, два цвета. Вот такие новые расчесочки для волос появились. Ручка деревянная. Здесь АБС пластик и полипропилен. Есть такие, вот как и назывались раньше, массажные расчески. И есть вот такая расческа. 149 рублей. Из этой же серии вот такая расческа для волос. Она тоже изготовлена из дерева. Здесь основной состав дерева. Вот эти зубчики, они тоже, кстати, деревянные. Красота. За 199 рублей кольцо эспандер. Применяется для растяжки мышц ног, рук, спины и шеи. С обратной стороны есть варианты, какие упражнения нужно делать с этим эспандером. Состав полипропилен. Могу сказать, что очень жесткий этот эспандер. Он прям усилия нужно приложить. Есть розовый цвет и мятный цвет. За 149 рублей от китайского производителя конструктор Супер Робот 2 в 1. Для деток возрастом 3+. С обратной стороны инструкция, как им пользоваться и что можно собрать из этого конструктора. Вот я вижу здесь вот такая машинка или танк. Это какой-то получается из вот такого робота. Есть вариант. Вот такой экскаватор можно собрать из робота.
И третий вариант я нашла. Самосвал можно собрать из робота. Состав полипропилен и металл. За 149 рублей от китайского производителя игровой набор «Город». Нужно собрать все дизайны, построить свой город с улицами и дорожным движением. С обратной стороны указаны 5 дизайнов, которые есть. То есть в каждой коробочке один дизайн. Всего их 5. Вот так можно собрать город. В наборе в коробочке блоки здания, блоки дороги, машинка, аксессуары и стикеры. Вот такая красота для деток возрастом 3+. 149 рублей. Игрушка «Деревянный пазл». 3D. Размер собранного пазла 45 на 37 сантиметров. Картинки с 3D-эффектом. В наборе 66 пазлов. Для деток возрастом 3+. Я думаю, что видно, вот здесь переливается. Вот такой получится пазл. За такую же цену есть флуоресцентный пазл. То есть светится в темноте. Тоже для деток возрастом 3+. Здесь 88 деталей. Есть вот такой к Новому году пазл. Есть вариант с космосом за 199 рублей. Появились в продаже вот такие интересные качели. Это сидушка пластиковая. Есть веревочка, на которую подвешивается эта качелька. И крепление. 199 рублей. Есть зеленый цвет и есть оранжевый цвет. Вот такая интересная игрушка появилась для деток возрастом 3+. Это магнитная игра. Есть несколько вариантов. Например, вот в этом варианте Белоснежка. И три платьишко, в которое нужно одеть Белоснежку. Причем платьишки будут держаться за счет того, что сама Белоснежка, она как бы такое магнитное основание. Есть вариант машинки. Вот основная машинка, магнетик. И 4 варианта, в которые можно переодеть эту машинку. Есть Эльза из «Холодного сердца» с 3 вариантами платьев. Есть тролли. И еще много-много всяких вариантов. Всех их перечислить невозможно. Очень красивая игрушка. Корзина угловая 29 на 18 на 12 сантиметров за 55 рублей. Она без крышки. Изготовлена из полипропилена в Москве. Есть пудровый цвет, есть бежевый цвет и есть светло-серый цвет. За 77 рублей от китайского производителя контейнер пищевой. Он подходит для заморозки. До минус 25 градусов подходит для мытья в посудомоечной машине. Максимальная температура нагрева 95 градусов. Подходит для микроволновки. Изготовлен из пищевого пластика. Объем 1,3 литра за 77 рублей. Прозрачный пластик. Есть разные цвета крышек. Есть вот такой цвет розовый, есть оранжевый и есть серый. Подобные контейнеры есть и большего объема. 2,6 литра, цена 149 рублей. Причем так удобно сделаны крышки, можно составлять один на другой и будут очень прочно стоять и занимать мало места. От российского производителя «Хит». Такая интересная новинка. Контейнер биоразлагаемый. Представляете? Биоразлагаемый контейнер. Он пищевой, герметичный. 100% герметичность обещает нам производитель. Объем 1 литр 400 миллилитров. Упаковано так, что я не смогу вам показать все прелести этого контейнера. По бокам 4 ручки защелки. И есть несколько цветов. Есть вот такой серо-синий. Есть кремовый цвет, оливковый цвет. И, в принципе, все три цвета. И крышки, соответственно, тоже разных цветов. Цена 149 рублей. Запатентованная Оксу биоразлагающая добавка в составе. Если контейнер не отправлен на переработку или случайно выброшен, он подвергается биологическому разложению. Добавка EPI ускоряет процесс биологического распада контейнера после окончания срока эксплуатации. Добавка экологически безопасна и безвредна для человека. Контейнер с добавкой EPI устойчивы к нагреванию, перепадам температуры, воздействию бытовой химии в процессе мытья. Не имеют никаких запахов. Вот такая интересная новиночка. Контейнер абсолютно герметичен. Крышка с клипсами и силиконовой прокладкой препятствует проникновению влаги и воздуха и обеспечивает защиту от протекания. Контейнеры компактно входят один в другой и не занимают много места при хранении. Изготовлены из пищевого нетоксичного пластика. Температура использования от минус 23 градусов до плюс 125 градусов. Подходит также для посудомоечной машины и для
микроволновки, ну и для заморозки, соответственно, тоже. От российского производителя вот такие маленькие контейнеры, 0,45 литра, 4 защелки, замочки по бокам, изготовлены из пищевого пластика. Температура использования от минус 40 до плюс 100 градусов, то есть тоже можно заморозить. Если кто-то не успел купить вот такую форму силиконовой для выпечки, она складная, цена 199 рублей, диаметр 27 сантиметров, то в этих магазинах, в этом магазине они еще есть, приходите, покупайте. Вот такая красивая новиночка, это кувшин для воды, объем 1,5 литра, он довольно-таки высокий. Изготовлен из стекла, то есть сам кувшин он стеклянный, есть мерная шкала. И полипропиленовая ручка и крышка. Есть несколько цветов. Есть сиреневый. Есть еще зеленый, оранжевый и голубой. За 55 рублей различные лаки для ногтей. Объем 11 мл. Есть спрей-назальный Aqua Air Море для активного промывания и очищения полости и носа для детей и взрослых. 50 мл за 77 рублей. За 55 рублей гигиенический гель для рук Aqua Prof с депантенолом. Очищает без воды и мыла, содержит антибактериально увлажняющие компоненты без триклозана и парабенов. 90 мл. Вот такая жидкость для снятия лака за 77 рублей, 150 мл, укрепляющая жидкость. Содержит масло макадамии и виноградной косточки, и экстракт витамина Е. И второй вариант – сверхмягкая жидкость. Содержит масло сладкого миндаля и сои, экстракт алоэ, зародышей пшеницы и витамин Е. За 55 рублей крем-масло для губ питательное. Мятная облепиха питает и смягчает кожу губ, устраняет сухость и шелушение, предотвращает появление простуды на губах. Активные компоненты – масло облепихи, мята, шиповника и зародыши пшеницы, прополис и молочные протеины. И второй вариант – крем-масло для губ, восстанавливающее, в составе кокосовое молочко и какао. Заживляет трещинки, защищает от обветривания, успокаивает и ускоряет процесс регенерации. В составе кокосовое молочко – масло какао, шалфей и кунжута, витамин Е, экстракт зеленого чая и ретинол. За 18 рублей 30 копеек – хлоргексидин 100 мл. За такую же цену перекись водорода 3% 100 мл. За 50 рублей антисептический гель для рук 30 мл. 50 рублей. За 55 рублей салфетки спиртовые антисептические. В составе 100% этиловый спирт. Размер одной салфетки 135 на 185 мм. В наборе в упаковке 10 штучек. На этом выпуск, посвященный новинкам из магазинов X-Price, я заканчиваю. Если понравилось видео, ставим лайки, приглашаем друзей и знакомых и подписываемся на наш канал. Для того, чтобы подписаться на наш канал, нужно нажать на круглый логотип в правом нижнем углу. После этого выйдет красная кнопка «Подписаться». Нажимаете на нее, и с этих пор вы всегда будете в курсе наших новостей. А я благодарю вас за просмотр. Всем пока-пока.